Всем привет! Всем привет! Сегодня мы распаковываем игрушку Полесье! Как ты думаешь, что это за игрушка? Даже не знаю. Я тоже не знаю. Давай посмотрим. Давайте посмотрим. Распаковываем! Распаковывать вообще? Не знаю. Мы распаковываем салон красоты Дианы. Открываем. Вот. Вау, котелка. Вот котелка. А это ручка. А вот колесико. Колесико. И сам салон. Соберем позже, а сейчас распакуем, что в пакете. Тут даже фен есть. Ох ты, вот такое зеркало. Ну и что тут вообще два зеркала? Здесь есть фен. А это что такое? Есть духи розовые. А это, наверное, лак. Большое зеркало. И лак. Вот. Два сердечка. Браслеты. Браслет и сердечко. Зеркало, цветочек. Расческа, цветочек. И лак. Здесь лак. Расческа обычная. И здесь лак. Лак. Вот такой. Шо. Духи. Как мы назовем эти духи? Может, из розы? Давай назовем из розы. Чик-чик. А теперь давай собирать тележку. В столе? Ох, не женское это дело, собирать игрушки. Мы сейчас собираем салон. Вначале соберем зеркало. Кто-то у нас конструкция перекосилась. Так надо же еще на колесо поставить. Так. Теперь установим подставку. Поехали. Вот сюда можно ставить расчески. Духи. Я хочу назад. Ну, на фен тогда вот сюда. А тут что? Фен, наверное. Угу. Нам эта игрушка очень понравилась. Ну что, будем играть с ней? Давай. Как я хочу быть красивой. Что тут у вас есть? У меня есть фен и расческа. Еще у меня есть лак и зеркало. Сделайте мне, пожалуйста, прическу на день рождения. А какую вы прическу хотите? Я хочу прическу гульку. А я такую не умею. А какую вы умеете? Хвостик могу. Хорошо, сделайте мне хвостик. А вы макияж хотите? Да. Хорошо. Вот браслет. Вы будете шикарно смотреться на этих. Я такая красивая. Сколько с меня? Бесплатно. Спасибо. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новых видео.